Вместе с воспитателями маленькие участники дорожного движения подготовили сценку про семью, которая отправилась в путешествие на автомобиле. В ней малыши подчеркнули важность автокресла в дороге. По закону перевозить детей до 12 лет можно исключительно в детских удерживающих устройствах. Несмотря на юный возраст, ребята понимают, что соблюдение этого правила сделает поездку комфортной и безопасной. Ребенок в детском удерживающем устройстве чувствует себя удобнее. Он не перемещается по салону автомобиля. Это не отвлекает и родителей от вождения транспортным средством. Ребята рассказали стихи про правила дорожного движения и станцевали флешмоб. В завершении встречи юные участники вместе с инспектором ГИБДД повторили правила поведения на проезжей части и получили в подарок световозвращающие наклейки. Также к акции «Автокресло детям» малыши подготовили выставку рисунков. Для детей это начальный этап формирования. Наши дети еще маленькие. Их везде сопровождают взрослые. Это либо родители, либо воспитатели. А вот буквально через год у нас будет выпускная группа, и наши ребята будут уже школьниками. И они вплотную столкнутся со сложностями на дорогах. И мы надеемся, что коллективными усилиями мы подготовим ребят. В силах родителей и воспитателей донести до малышей простые правила дорожного движения. Чтобы избежать травматизма, нужно помнить, что безопасность зависит в первую очередь от взрослых. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.